получается уже играется латиноамериканская музыка. Преподаватель детской школы искусств поселка Развилка по классу ударных инструментов Олег Бельтек знакомит своих учеников с множеством перкуссионных инструментов, среди которых есть и довольно экзотические, такие как агуга, кастаньеты, ковбел, конги и конгасы. Они должны уметь играть на всех этих инструментах. То есть, если нам требуется, допустим, чтобы мы играли фламенко, ну вот кастаньеты. То есть, человек одевает кастаньеты. Играть на кастаньеты. Мировые концертные площадки Олег Бельтек сменил на учебные классы всего 3 года назад. За плечами барабанщика работа в самых разных музыкальных коллективах и стилях по всему миру. Я очень много работал с различными профессиональными коллективами, в бендах с различными тоже коллективами. Также работал много, работал много в различных шоу. Допустим, одно из последних шоу мы работали с коллективом во Франции. Вот шоу называется «Арлетт и Грюс». Музыкант уверен, настоящий ударник должен сходу уметь поддержать любую ритмическую партию и играть в самых разных стилях. От твиста до рок-н-ролла и джаза. Этому и учат ребят на своих занятиях. Мастерство заключается в том, чтобы уметь, во-первых, точно играть качественно. И мастерство заключается в том, чтобы была полиритмия руки-ног. То есть руки играют одно, ноги другое, и все в совокупе. То есть ты один, а такое впечатление, что тебя много. Олег Афанасьевич создает интересные очень номера, в которых существует такой микс между классическими инструментами и ударными. В этом году мы впервые выступили ударный и фортепиано на эстрадно-джазовом конкурсе «Видный джаз». Тоже попробовали свои силы. Сейчас на отделении ударных инструментов ДШИ поселка Развилка учатся 14 человек. Степан Рысев, к примеру, занимается уже 3-й год. За это время он неплохо освоил ксилофон, барабанную установку и успешно выступил на различных российских и международных конкурсах. Какой у тебя педагог? Веселый достаточно. С ним интересно работать. Строгий? Нет, не очень. Свободное от уроков время Олег Бельтек играет в ансамбле преподавателей школы искусств, куда помимо барабанов входят 2 рояля и скрипка, а также концертирует собственной группой, исполняющей твист и рок-н-ролл. Ведь хорошей музыки, уверен наш герой, слишком много не бывает. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.